Мост ГАУ. С раннего утра здесь работают представители налоговой службы, судебные приставы и сотрудники ГИБДД. В рамках месячника налоговой помощи и финансовой грамотности проходит рейд. Выявление должников. Должников по налогам, алименты, значит, платы за жилищно-коммунальные услуги и прочее. Инспектор ГИБДД останавливает автомобиль. У водителя проверяются документы. И по базам данных налоговой службы судебных приставов ведется проверка задолженности. Вот для налогоплательщиков, конечно, это, несомненно, очень полезное мероприятие. Повышается налоговая грамотность, финансовая грамотность. Для удобства налогоплательщиков раздаются специальные памятки. В них даны подробные разъяснения, как пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой службы. Напоминаются права по применению льгот по имущественным налогам и дается информация по новым льготам, которые касаются земельного налога. Подобные рейды в период проведения месячника налоговой помощи и финансовой грамотности проводятся еженедельно. Марина Антуганова, Юлия Пак. «Наше время».